Сегодня нам принесли вот такой вот инструмент. Бензопила фирмы Штиль MS660. Конечно же, это китайская подделка. Вот. Стоит она около 2-3 тысяч. Заявлена неисправность. Инструмент заводится, но при нажатии на газ глохнет. Сейчас мы попробуем завести, посмотрим, что с ней, и проведем регулировку. Скорее всего, тут просто карбюратор неправильно настроен. Как мы видим, заводится вроде, но тут же глохнет. Сейчас мы проведем настройку. У нас здесь есть два винта регулировочных. Закручиваем оба эти винта до конца, до упора. И выкручиваем на два оборота каждый. Вот я первый закрутил, теперь выкручиваю на два. И теперь второй. Ну да, тут он все пораскручено. И теперь мы выкручиваем на два оборота. Вот, сейчас мы пробуем заводить. И после этого будем уже подстраивать. Немножко маловато топлива. Выкручиваем ближний к свече, вот сюда к цилиндру ближний винт. Выкручиваем еще на полоборота примерно. Вот, и пробуем. Если сейчас будет опять мало, еще чуть-чуть выкрутим. Вот и так. Инструмент работает нормально. Провели мы настройку. Как видите, ничего сложного. И можно это сделать самому в домашних условиях. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looktool.ru, ставьте лайки. Всем удачи!